Ребят, всем доброго дня. Мы редко снимаем обзоры на какие-то конкретные продукты, но сегодня случай особенный, так как мне в руки попала по-настоящему интересная вещь. Вот такая вот камера компактное видеонаблюдение системы «Умный дом» ESVS-ES360. Ее мне прислала для обзора компания DM, и наша задача обсудить не только ее футуристический дизайн, а также весь функционал. Вот с этого момента поподробнее. Как я говорил, модель довольно-таки компактная, универсальная, ее можно поставить на полку, на подоконник, где-то припрятать на рабочем столе. В комплекте есть настенные крепления, вы можете ее зафиксировать в любом месте квартиры или вашего частного дома. Функционал совершенно понятен, она может работать как обычная камера видеонаблюдения, быть вашей няней, помогать в уходе за вашими пожилыми родственниками, или как в нашем случае, когда мы сделали такую красоту, ремонт, проследить за тем, чтобы злоумышленники не проникли и не вытащили что-то важное или ценное. И назревает резонный вопрос, а сколько же стоит подобное удовольствие? Если заглянуть на несколько лет назад, то камеры видеонаблюдения систем умных домов стоили 30-40 тысяч рублей. Реально дорого и не каждому по карману. Но сейчас цена на модели ES360 колеблется в районе 4-4,5 тысяч рублей. Это уже совершенно другое дело. И вы ее можете приобрести даже дешевле. Для всех зрителей канала есть специальный промокод STOM500, который дает право на скидку на сайте компании ТМ до 500 рублей на одну покупку. Все ссылки, естественно, в описании. Если вы хотите ими воспользоваться, милости просим. Такая низкая цена во многом достигается за счет того, что в камере нет встроенного GSM модема. Она работает от Wi-Fi. Для квартиры это очень удобно. Если у вас частный дом, момент с выносным GSM модемом надо обязательно учитывать. То есть нам нужен устойчивый Wi-Fi и розетка. Вот у нас такой вот провод. Отличный, длинный. Никогда длиннее даже я не видал в своей жизни. Вот. Разъем microUSB, именно от него камера впоследствии заряжается. То есть все очень просто на самом деле. Ну а теперь кратко о функционале. В ней присутствует датчик движения, она фиксирует объект, и вся информация с первого движения передается на ваш смартфон. Вы можете ей как управлять самостоятельно при помощи приложения, она поворотная, крутится во всех направлениях. Также она работает автономно. Вся информация передается на облако, которое предоставляется для пользователей ESVS бесплатно. Либо есть специальный вот тут отсек для карты памяти, можно ставить обычный микро-CD. По квартире таких камер можно натыкать сколько угодно, и все это будет стекаться на ваш смартфон. То есть вы будете по-настоящему управлять пространством в вашем доме. Большим подспорьем является то, что в модели ES360 есть и камера, и микрофон. Она делает как и фото отдельно, так и записывает звук. Плюс есть возможность дистанционно передавать звук своего голоса, либо отдавать команды. Собака у вас что-то там делает не так, шарит. Ей говорите, тузик на место, тузик прекрати, тузик хватит. В общем, этот функционал дает вам море возможностей для экспериментов. В камере также есть инфракрасная подсветка, то есть когда темно, она снимает довольно-таки хорошо. И фильтр у нее механический, а не электронный. Кстати, это дает большие преимущества в сравнении с некоторыми другими моделями. В камере есть зум и функция приватности. Пришли домой, не хотите, чтобы камера вас снимала, активировали функцию, шторка опустилась, и сидим себе спокойно, занимаемся своими делами. Но чтобы воспользоваться всеми этими функциями, камеру надо активировать. Для начала в App Store или Play Market вы скачиваете приложение компании ESVS, регистрируйтесь, все как положено, не буду вам объяснять, пароли, логины, все вводите. После чего берете камеру, QR-код считываете, и она у вас регистрируется. Easy. И теперь можно продолжать дальнейшие манипуляции.
Вот пошел я. Иду, иду. Кто? Назад возвращайся, чуть-чуть, смотри, как уходит. Ближе, 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 ближе. Все? Вот, все, отлично. У камеры нет встроенной GSM модема. Она работает от Wi-Fi. Wi-Fi, да? Тут нет никаких проблем, если вы это чем. Ну. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again.